Ионизированная известна была давно нам. Я пользовалась такими, самодельные были аппараты, люди делали, даже инструкция была, там-то что-то, по-моему, техника молодежи или еще в каких-то журналах. Но это все было давно и маленькие объемы. И когда, значит, стал аппарат вот такой уже для домашнего потребления, я купила первый в 2017 году, в 2017 году. С тех пор я уже купила себе вот этот новый, улучшенный, с голосовыми предупреждениями, чтобы не прозевать. Я пользуюсь этой водой с большим удовольствием. Во-первых, она вкусна по отношению с краном, с водой из крана. Хотя я всегда пользовалась фильтрами. Вот у меня даже висит фильтр швейцарский, такой переносной, его с собой можно брать и, значит, использовать. Я проверила лакмусовым этой бутылочкой, этими каплями, проверила, значит, pH крановой воды, значит, она подходит по стандарту залить сюда, и, значит, пользуюсь этим прибором. Такой же я купила детям, дочке, и купила внучке, потому что все уже это почувствовали, эту воду почувствовали все. Теперь скажу о себе. Первое, что у меня прошло моментально и сразу, это изжоги. Это кошмарные, жуткие изжоги, особенно мучили ночью, ночные. Возле меня всегда были таблетки от изжоги всякого вида и сорта. Сейчас они все, мне не нужны. Я пью с большим удовольствием стаканами и выполняю эту норму по своему весу. 800 литров до 2 литров, значит, воды в сутки. У меня, значит, были проблемы кишечно-желудочным трактом. Я не могла съесть ни яблочко, ни пол яблочка, ни огурчик, ни помидорчик. Это все было чревато через какое-то время расстройством. Получалось расстройство и такое неприятие. Вот, сейчас я себе позволяю, даже ем фрукты, и нормально наладился ЖКТ. Кроме того, с самого начала, когда я начала вот употреблять эту воду, 17 апреля, вот из этого аппарата у меня было первое приготовление вот этого года, 20-го. После того, как я выпила с большим удовольствием и жаждой эту воду, у меня получилось промывание, как бы промывание кишечника и всего. Я похудела. Я сейчас похудела на 6 килограмм. Я достала даже свои вещи, которые на меня не влезали. Я теперь, значит, их могу носить. И думаю, что и дальше я, так сказать, буду приводить себя в порядок. Я пользуюсь этой водой для лица и для кожи. Возраст, конечно, все равно трудно победить окончательно. Но, во всяком случае, в жару даже или еще чего-то, я с ног до головы себя обрызгиваю этой самой вот кисленькой водичкой. pH все время проверяю. Я все время проверяю pH этой воды. И на голову, и на тело. Этим также я угощаю соседей, угощаю своих подруг этой водой. И многие тоже уже приступают. Моя подруга в Рыбинске заказывала и купила этот аппарат. Мы с ней перезваниваемся, у нее тоже разные опыты на эту тему есть. Ну и в Москве здесь тоже. Еще один раз получился такой случай, как и говорит Петрович иногда, если это понедельник, а вы вчера праздновали, то очень хорошо вам выпить вот такой-то водички. Значит, это случайно получилось после какого-то дачного такого застолья, шашлыки и так далее. Народ просто припал к серебряной воде маленькой-маленькой концентрации. Они просто буквально как к роднику припали. Я посмотрела на эту компанию, она хорошо себя чувствовала. И теперь, значит, в таком состоянии, получается, я просто как химик и все технический человек, я просто вижу, знаю, что, значит, часть работы, которую раньше делал все время желудок, вот, значит, приготовление этой воды для усвоения организмом человека и, значит, клетками и прочими, вот производит вот этот аппарат, который, да, очищает чуть-чуть, ее чуть-чуть делает вот такой вот щелочной и отдельно кисленькой. Ведь раньше я щелочную воду готовила сама, когда изжога, как всегда учили, на кончике ножа, сода, стакан и это. Но врачи говорили, что это не очень хорошее избавление от изжоги. Но, значит, вот эта вода, вода меня спасает. И какие еще применения ей есть? Еще какие?
Что ж там? Давление, про давление. Ага. Да, значит, по поводу давления, значит, я вот эту воду от давления специально не делала, потому что у меня таких скачков больших нет. Вот. А, значит, я просто заметила, что сахар уменьшился. И, значит, я еще не делала таких вот лабораторных этих самых анализов, потому что ковид и не выхожу. Но по своим домашним измерениям я вижу, что у меня этой проблемы нет сейчас особенной такой, которая требовала бы принятия лекарств. Так что по нескольким параметрам у меня освободились набранные мной заранее лекарства. Пробиотики, перебиотики. Вот у меня получилась лишняя аптека, которую я могу отдать людям. Дальше. Ну, что сказать. Ну, значит, я угощаю этой водой соседей. Я угощаю этой водой подруг. И все это тоже отмечают с удовольствием, просто, что называется, припадают к ней. Ну, и, значит, я всем советую. Это не так уж трудно, если... Это не хлопотно. Если заранее составить себе точную такую дорожку, алгоритм, что взять, как залить, как сделать, как потом промыть и ставить. Это немного занимает времени. Всем советую подумать и попробовать. Спасибо.